رجع الحقيقه وين شوي حوال وازق واتسع ودي 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 Ельцин не бомбит бойовиков, а бомбит мирных людей. Мы что, виноваты? Мы сидели дома, кушать готовили к уразу. А оттуда снаряды с трассы как начали бомбить нас. И все дети плакали от страха. Нам даже деваться некуда, не знала, куда этих детей девать нам.